Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Smash Kingdom. Так, что-то у короля какая-то идея возникла. Ага, устроить лигу. Так, я смотрю, тут все подорвались. Мечники, лучники, рогатчики какие-то побежали, короче, ради кубка. Кубок короля. Так, ну что же, давай посмотрим. Добро пожаловать, это говорит нам король. Так, я так понимаю, русского языка нету. Короче, у нас есть портал монстров, как ты видишь. В данный момент у нас с тобой лучники. Здесь лучник и король. Ага. В общем, давай мы это пропустим. Ах, вот оно как. Слушай-ка, где-то я наподобие такой игры видел. Ой-ой-ой. Вылез слизнюк, друзья мои. Наверное, нам надо слизни с тобой подбить. Хе-хе. Проще пареной репы. Ребята, все интуитивно. А, так они еще и пошли и начали бомбить портал. Молодцы, красавчики. Ничего не возражаю, нисколечко. А этих нельзя, нет, ребят. А, можно... О, слушай, монашка. Ну-ка, сейчас я... Да, господи, ну... Давай так тогда сделаем, что ли. Куда ты пошла, монашечка? Смотри, эти лучники, ребята... А, мы уже подбили. Эти лучники, короче, защищают нашу... наше королевство, короче. Смотри, у нас тут щитовик появился. Плюс чувак какой-то с ранцем. Ну, я так понимаю, он... подрывник, наверное. Так, мечник. Мечник и 10 монеточек. Вот все, что мы с тобой на данный момент заработали. Но, я так понимаю, пока идет обучение. Ладно, давай дальше разбираться. Может быть, тут, конечно, есть и русский язык. Надо будет посмотреть потом. В данный момент меня не пускают в инвентарь. Так, ты можешь улучшить свои карты. Это понятно, ребята. За 10 монеточек. Естественно, я его улучшаю. Так, мечник у меня становится красавчиком. Плюс один дамаг. Урон при столкновении плюс 3 и здоровье плюс 18. Окей. Ну что, пошли в очередной бой. Так, это у нас с тобой лес. Ну, как понимаешь, мы получаем гемчики. Довольно милая графика такая рисованная, мне нравится. Игры такого жанра. И рисованные, да, и... Так, я что-то принимаю, битва, короче. Охо-хо-хо-хо-хо. Стопы, ребят, стопы. Они... Так, у нас еще есть, оказывается, динамит с тобой. Отдельно причем. То есть я могу его зашвыривать, судя по всему. Ладно, сейчас мы с тобой посмотрим, как это все будет выглядеть. Арена 1. Ого. Пумс. Побежал, побежал. Тихо. Слушай, они совсем припухли. Смотрите, смотрите, что делают. Они ломают мне врата, ребята. Просто в наглую. Монашка, вали вот этого вот некроманта или кто он тут. Так, сейчас проверим подрывника. Хе-хе, вот один. Воу. Дыдыч. Вот так вот это работает. Так, монашку не трогай. Слизи. Ух ты, смотри, 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 скелет какой. На. Ну, совсем другое дело, друзья. Совсем другое дело. Я еще вот так вот сделаю. На тебе. Изи? А как тут по-другому скажешь? Перфект Виктори. Ясен перец. Так, ага. Ага, мы с тобой получили еще один пак. Значит, 10 монеточек. Лучник, которого мы можем с тобой прокачать. И говорят, посмотри рекламку. Не буду я. То есть, если бы я посмотрел, мне бы дали еще сверху 5 монет. То есть, монет здесь, ребята, давать будут мало, судя по всему. И мы получили уровень. Наша башня выросла. Причем довольно не кисло выросла по здоровью. И получается, что теперь лучников у нас не трое, а пятеро. Если я правильно понимаю. Так, что у нас здесь? Это анчивка, видимо, да? Да, это у нас анчивки, мы забираем... Что?
Ну, о, 110 монет. И 20 гемов. Все. Так, у нас приглашают на следующую битву. Дай-ка я посмотрю, где у нас тут, ребята, инвентарь. Именно не инвентарь, а вот. Язык. Нет, к сожалению, тут русского нету. Тут есть испанский, французский, немецкий, португальский, китайский, китайский упрощенный. Но русского мы недостойны языка здесь, понимаешь? По большому счету он здесь и не нужен, но все равно приятнее, когда все-таки по-русски, ребята. Так, давай-ка мы прокачаем уровень наш. Что это? А что это обозначает, я не могу понять. Я думал, они мне что-то там путевое покажут. Нет, просто показывают, что мы можем выкидывать лучника. И лучник, естественно, будет бегать по полю боя и атаковать. Дай-ка я гляну. Так. Халявный пак нашли. Так, прист. Ух ты. Доктор. Новая карта. Так, друзья мои, он может... накладывать инфекцию в виде отравления. Ну, это доктор Чума. Многие, наверное... Ого, а это кто такой? Кит! Ребенок с бумерангом причем. А это еще что? А, ну это новая карта. Да, ребенок с бумерангом. Так прям и написали нам. То есть, если я посмотрю рекламу... Если я посмотрю рекламу, что-то от 0 от 5... Непонятно, не хочу смотреть... Это у нас ежедневки. Дайте мне, пожалуйста, 300 монет. На седьмой день ты получишь супер-пупер офигенный пак, как ты видишь. Супер-элитный, так его назовем. Так, у них идет в игре, ребята, 14 сезон. 14 сезон. Да, я хочу прокачать приста. А, прист. Ребята, пристом надо бомбить не по врагам, а по нашим юнитам. То есть, когда он трогает нашего стража и там кого угодно, он восстанавливает ему здоровье. Вот оно как работает. То есть, приста нужно выкидывать именно по нашим бойцам. Так, а вот это вот что такое? Так, еще разок покажи, пожалуйста, что ты... А, ничего себе, слушай, ну это круто, мы его выкидываем на поле боя, он выбрасывает бумеранг, который проходит через толпы, так он эпический, ты извини меня. Это эпик карта, это не какое-то там обычное фуфло, которое лежит в подворотне, это нормальная картишка, поэтому, естественно, я ее возьму. И вместо, ха, мы левела получили третий. Так, мне что-то полагается, я так понимаю, да? Ух. Так. Блин, и тут реклама будет, да? Значит, в ненужный момент будет выходить реклама. Как я вот не люблю эти игры, где просто обязывают своими рекламами. Что? Бесплатный, да? Давай посмотрим. Так, нам выпадают монетки, нам выпадает динамит. И прилагают 3 монеты. Естественно, можно прокачать динамит до 2-го, ребята, уровня. Так, здесь мы разобрались. Так, теперь посмотрим, что делает доктор Чума. Выкидываем. Я видел, ребята, он когда касается... Ты посмотри, он... Посмотри, что он делает. Смотри. Всех, кого он коснулся, они заражены. И, соответственно, со временем начинают терять здоровье. Я считаю... Слушай, а эта карта, случайно, не эпическая ли, а? Даже не то, что эпическая, а легендарная, по-моему. Я хочу его взять. Я хочу его взять вместо... Не знаю, страж, в принципе, как бы тоже нужен. Я, наверное, вместо динамита возьму, а этого вместо вот чувачка с ранцем. Потому что я не могу понять, что он делает. Вот смотри. Ну. Блин, а этот парень тоже хорош. Бросает свои бомбочки. Хм. А, может быть, вместо мечника? Мечник что он может сделать? Ну, просто атакует, и все. Просто идет и... Вот, видишь, как... Бомбит. Давай вместо... Вот возьмем этого малыша. Вместо... Вот так вот. А можно было бы даже вместо лучника взять. Короче, попробуем вначале вот такую вот катку. Оу.
Хорошо, тут, ребят, персонаж. Я обожаю, когда в играх очень много всяких персонажей. Ну, это мы уже видели с тобой, да? Бросаем взрывчатку. Опять же, ты бросаешь ее, а враг может в этот момент сместиться. И твой динамит может просто профукаться. Просто он упадет и... Смотри, какой чувак. Но это откроется у нас на второй арене. Так, ну что, я предлагаю пойти и дальше повоевать. Так, ну ты видишь, кого тут выставляют. Сейчас мы с тобой будем тестить наших новых бойцов, наших новых юнитов. Так, все идет это за кубок, ребята. Арена 1. Так, мальчик с бумерангом. Выкинули. Так, давай-ка теперь динамичка. Тыч. Хорошо, хорошо, ребята. Так, давай-ка мы нахильнем теперь с тобой. О, тихо, подожди. Чумной нужен. На тебе. Воу, так он мало того, что ты посмотри, он яд вон как делает. Вообще на изи разобрали, прикинь. Он, вот он летит под траекторией, и именно вместо своего пути он оставляет ядовитую вот эту вот, как сказать, пелену, можно так сказать. То есть скелеты и всякая нежить, которая идет, она просто там получает урон. Шикарненько. Блин, слушай, ну действительно, он достоин быть эпическим. Нет, легендарным даже. Так что-то мы тут с тобой сделали, по-моему, да. О, да ладно, нифига себе, ребята, мне дали прокачать. Слушай, а вот это вот, что такое то есть повышение, ускоренное повышение уровня? Давай, наверное, за рекламу, да, как всегда. А нет, за 279 рубликов, друзья мои, рубликов. В принципе, это недорого, но зачем? Нам это не нужно. Мы с тобой получим, кстати, скоро карты. Так, что тут опять? А, ну да, конечно же. Слушай, ну стоит он 120, ну он стоит. Он стоит, чтобы его прокачать. Ребята, третий уровень. Ты посмотри, у него добавляется плюс 1 секунда боевая, да? И, ну, дамажит, естественно, дамажит. Так, я с удовольствием бегу дальше. Мы уже четвертый уровень получаем. Что? Киндом чего там? Вот что вот это вот? А, ну я понял. Ребят, тут есть премиум пак, где ты будешь получать офигенные, обалденные награды. И есть обычный, который идет, естественно, бесплатный. Это козырь сейчас многих игр. Так, лучника дали прокачать. Опа, танцовщица. Ха, давай-ка мы посмотрим, ребята, что она делает. Я еще ее прокачать могу. Так, нам еще немножко, и мы с тобой получим 10 звездочек. За 10 звездочек нам открывается следующий пак, судя по всему, да? Не, ты подожди, подожди. Дай я гляну, что делает у нас. Во-первых, я ее качну чуть-чуть на левел. И теперь хочу посмотреть, что она делает. Выпрыгивает. Смотри, она своим танцем, судя по всему, их завораживает. Или завораживает, или приманивает к себе. Что-то одно из двух. Ну, я вижу сердечки над скелетиками. Скорее всего, она все-таки их завораживает. Давай возьмем. Блин, вместо... вместо лучника. Как ты думаешь? Я думаю, наверное, стоит попробовать. Лучник, ты сам прекрасно знаешь, это обычный стрелок. Обычный, самый простенький стрелок. А это у нас тоже как эпик получается. Неспроста, ребят, меня тут кормят эпическими, так сказать, картами. Но, тем не менее. Так, мы опять что-то с тобой здесь заработали. 30 гемов. Так, ну что, поехали в бой. Я танцовщицу-то взял, кстати? Взял, все отлично. Поехали. Сейчас мы устроим тут карнавальную ночь. Единственное, не могу понять, у меня скорость первая стоит. Или, по-моему, как-то больно ускоренно все идет. Еще и время, у нас тут, кстати, 2 минуты на все про все дается. Вот так вот, ребят. Скелетушка, куда ты идешь, а? Так, вот сейчас мы с тобой и проверим нашу танцовщицу. Так, этот жиробас у нас. Ой. А, так мы вообще тут разбираем замки просто на раз-два. Просто растереть и выплюнуть. И еще повышаем потихонечку уровень. Да не надо, не надо мне вот этого вот.
Просто дай мне мой заслуженный пак, ё-моё. Вот, награда за этот, за выигрыш. Так, 100 монет, мечник. И все. Скудненько. Главное, чтобы не выбежала какая-нибудь реклама. Так, смотри, мы выиграли с тобой 3 битвы и получаем 100 монет. То есть монетки нам даются за все. Опачки, прист. Угу. А что, что это? Вот это вот что такое, ребята? Легендарные карты. У-у-у. Так, забираем. Вот, еще, ребята, карта одна у нас. Почему ты мне не даешь? Так, танцовщица. Денюшка. А, смотри. Тут новые карты. Все-таки не могу понять, это эпические? Или вот это эпические, а вот это легендарные? Или наоборот, это эпические, легендарные, вот это вот? По идее, всегда были желтые — это леги, фиолетовые — это были эпики. Всю жизнь, ребят, сколько я помню, в играх. Но факт то, что, по-моему... А, тут еще ари... Ух ты. Мы с тобой что, перешли, получается, на вторую арену? Нет, не перешли еще. Нам нужно 150 кубков. А у нас пока 128. И плюс еще вот здесь вот. Так, арена, ареновский пак. Плюс какие-то свинюшки тут за 400. Свинка-банк. Пока ни о чем мне это не говорит. Ну что, давай всыпем. Блин, вот этот вот толстопуз, мне кажется, он не нужен здесь. Он медленный, но он зато как танк очень сильно, как тебе сказать, много может выдержать дамага. И выпускаем его первым. Прям туда вот. Хлобысь. И танцовщицу на помощь. О-о-о-о-о-о, навыкидывал, навыкидывал. Так, мальчик. Мальчик, ё-моё, созревай быстрее. Вот туда куда-нибудь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну, шарлатан, а? Ну, шарлатан. На тебе. Скелетов там. Во-во-во-во, вот так вот и надо. Я еще сейчас вот так сделаю. Все, крышка сейчас замку. Точнее, не замку, ребята, а портал. Естественно, порталом уничтожаем с тобой, откуда прут всякие нечистоты. Так, плюс еще 20 кубков мы получаем. И не переходим мы с тобой на следующую арену. Не переходим, потому что там было у нас 120, да? А нам нужно для следующей 150. Ты мне дашь награду или нет? Так, 260 монет. Так, лучники. Лучники, лучников им для меня не жалко, понимаешь? Им жалко для меня другие карты, но, а лучники, мечники... Берите, ради бога. Вот это что у нас? Ага. Монетки. Ну, естественно, меч. О, танцовщицу, как ни странно, дают на прокачку. Это что-то с чем-то. Представляешь, вот это вот купить. Сколько он стоит, этот премиум? 279 рублей. Ох. Фига там. Разжиться можно, ребята. Такой неплохой буст. Мне кажется, тут еще будут арены. Я имею в виду именно арены не против мобов, а именно против реальных игроков. Они должны быть. В таких играх это, знаешь, в обязаловку, так скажем. Ну что, я побежал на следующую битву. Сколько у нас? Подожди, я же должен уже перейти. Ага, так я и перешел. Слушай, дали малыша мне. Так, вот. Новые карты будут доступны. Здесь какой-то нектар. Плюс, я так понимаю, это убийца. Это дровосек, что ли? И опять же какой-то парень. Недотепыш. Назовем его так. Опа. Големы. Тут, друзья мои, появляются големы. Я больше уверен, что у некоторых существ будет иммунитет к яду. Иммунитет к дамагу. Иммунитет к магии. Блин, вот что-то типа того. Давай я чумного доктора вызову. Пускай он тут газком все наплодит. Видишь?
А мы-то что с тобой здоровье теряем? Чумной доктор, хорош, успокойся. Ну-ка, подлечись. Давай, 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 колбасим их. Видишь, малыш бомбочки свои бросает. И очень даже рад этому. Все. Проще пареной репы. Ну, опять же, повторюсь, ребят, это только начало. Всегда в таких играх все идет довольно легко, а потом ты сидишь и думаешь, ёк-макарёк, дай-ка я прокачаю этого, дай-ка я прокачаю того, а потом думаешь, блин, прокачал не того, кого надо. И начинается вот эта тягомотина. Так. Боец с щитом. Специальные аферы, зачем? Слушай, а может быть надо было разочек глянуть? Нет, перебьемся. Так, мы с тобой level up. Угу. Повышается у нас уровень нашей башни и стрелков. Так, что это такое? Какие-то подсказки. Не знаю, что там пишется в этих подсказках. О! Бомба. Бомбмен. То есть бомбермен, ё-моё. О, бомбермен опять дали. И танцовщица. Хм. Мне нравится их подход. Есть завлекуха, да, такая? Чтобы сразу, как говорится, тебе дать определенные картишки, чтобы ты не чувствовал себя каким-то обделенным и играл, как говорится, с комфортом. Бомбмен — это хорошо, ребят, что он прокачивается. У него дамаг вырастает на 2 единички. И что, я могу еще уровень ему, да? Теперь он еще на 3 единички ему дамаг подрос. Так, а у тебя что там, бро? Смотри. Все, и не отпускай, да? А дальше анимация. Слушай, смотри, а тут можно еще, оказывается, экипировку. А, так он пролетает через весь ряд противников. То есть ты его выкидываешь, он не врезается, как остальные все врезались и отлетели, а он просто летит на пролом. Вот в чем у него преимущество. Вот так вот, ребятушки. Ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. У нас монетки. И теперь, да, теперь мы с тобой уже на следующей арене. Уже, по-моему, не в лесу, а где-то там в пустыне. Ну, что-то типа того. Я пока не буду никого выкидывать. Я думаю, наверное, стоит. Хотя, если мы быстрее с тобой захватим поле, так будет, наверное, эффективнее. Чумной доктор. Погнали. О, видишь, эти гадины летят? Тихо! На! Вот смотри, проверяем. Просто видел, что он делает? Пробивает всех. Чумной доктор, мне кажется, что ты от своей же чумы почему-то погибаешь. Может, мне, конечно, так кажется. А, смотри, смотри, прист бросает свои шарики. Тюм-тюм-тюм. И, соответственно, этими шариками он захиливает. Так, слушай, это мне не нравится. Танцовщица как-то вот... На! Да ну, серьезно, что ли? Он вот это вот облако чуму выставляет и все. Слушай, а что, у меня 2 танцовщицы, что ли? 2 танцовщицы, точно. Но, тем не менее, мы с тобой разбомбили этот фигов портал. На 3 звездочки. К нашему замку даже никто подойти не смог. Не успел. Так, видишь, кубки у нас все это идет. Я забираю свой... А вот если у нас был бы премиум пак, мы бы все время получили бы с тобой еще, видимо, вот такой вот. Или это что? А, ну, получали бы 3 пака вместо одного. Если бы мы купили бы с тобой бустер пак. То есть, ну, пак на ускорение. Так, 450 монет. Вариор с щитом, то есть боец с щитом. Но он пока не прокачивается, не хватает нам буквально одной карточки. А вот, друзья мои, и вторая аренка, да? Я так понимаю, открылась только что. Да, вторая арена. Мы даже ее переплюнули уже. Так, один момент. Что ты там хочешь? А, оценить игру? Блин. Давай так. Давай потом. Сейчас некогда. Ну что, ребята, двигаемся дальше? Хотя, подожди, тут у нас... А ну-ка, так, монетки. Динамит.
и чумной доктор. А? Малышок нам выпал еще. Малышок выпал. Так, закрываем и двигаемся дальше. Воу-воу-воу, кактус какой-то. Так, а вот это уже, ребята, не нравится мне. Какие-то кактусы, слизни, там, черви. То есть враг тоже, естественно, становится злее. И рано или поздно, я чувствую, мы с тобой сфейлимся. Ну что, отправляем нашего бедолагу. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так, и с бумерангом, естественно. Воу, кактус. Кактус-то оборзевший, оказывается. Он бьет в четыре стороны. Правильно, малышок. Так, ему... Сейчас я еще туда танцульку закину, чтобы она их отвлекала. Тендерин, завлекай их танцами там всех. Слушай, ну чумной доктор, блин, опасно его, ребята, выкидывать, потому что он своим ядом, мало того, что он себя травит, он еще и наших травит. Вот так я сделаю. Ох, смотри, 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 смотри. Твою налево. Блин, этот парень вообще не отпружинивает ни от чего. О, пошел, пошел, их два здесь. Все, порталу крышка. Этот малой просто берет, спокойненько бумеранги запуливает туда, не обращая вообще ни на кого внимания. Ему закон не писан, он стоит сзади за этим, за щитобойцем этим, который с щитом, вот за этим охламоном стоит сзади и просто бумеранги раскидывает налево и направо. И все. Че, типа мальчик, кто его там? Кто его тронет, блин, да? К нему даже подойти невозможно. Так, ну что, прокачаем нашего этого щитоборца. Так его будем называть. Что? Мне предлагают 400 монет за то, что я посмотрю рекламу. А знаешь, что я боюсь? Я боюсь, то есть такие игры, ребята, где ты посмотришь рекламу, и она будет тебя одолевать. Вот, я возьму лучше вот это вот. Она будет тебя просто одолевать. Ух, ребята, Savage Warrior. Ух, громила какой, смотри, новая карточка. Вот хотелось бы почитать, да, что он делает на русском языке. Так, секундочку, я хочу глянуть. Этого-то понятно, мы прокачиваем. А возможно, возможно, этот громила сейчас будет замена вот этому вот щитоборцу. Потому что, ну, мы видим, что делает щитоборец. Но хотелось бы посмотреть, что и делает вот этот малый. Так, он, по крайней мере, так же летит, как щитоборец. Ну-ка, посмотрим. Вот, друзья мои. В общем, у него преимущество какое? Что он атакует всех юнитов, которые, ну, всех вражеских юнитов, которые его окружают. Но также он пробивается через всю толпу. Если сравнить его параметры, есть? Можно как-то посмотреть? Левел 2, так, 4. Тут левел 3. Блин, а как же его посмотреть? Ну-ка. Блин. Ну, ты понял, да, что я хотел? Я хотел глянуть на его... Не то, что параметры. Ну да, в принципе, параметры. Насколько он хорош, насколько он силен. Вот здесь вот. Вот, информация. Вот смотри внимательно, информация. И что мы тут видим, блин? В этой информации я ни шиша не вижу. Я вообще ничего не вижу. Я вижу только его уровень. Я вижу только, что следующий уровень повышения даст нам 24. Все. А где именно характеристики? Где твоя атака? Где твоя защита? Где остальное вообще все? Где? Нету. А, может быть, вот здесь? Не, не то. Не знаю, короче, давай тогда возьмем его. Раз уж такое дело получается. Тем более, если это будем считать, что легендарная карта, она ясен перец будет в разы круче. Так, здесь получаем... Опа! Вот так вот, две карточки громозеки мы с тобой получили. А здесь кто-то хочет... Ага, динамит. Хотя, с другой стороны, зачем я прокачиваю то, чем я не пользуюсь? Я не уверен, что мне понадобится динамит. Хотя фиг его знает, может быть, здесь боссы будут. Так, мы уровень с тобой получили, 6-й. Так, нам что-то новое, ребята, открылось. Добро пожаловать в королевство.
Так, нам позволяют, ребята, строить новые постройки. Так, кликните на замок. Так, что тут у нас? Коллекции. Какие-то коллекции мы с тобой будем здесь. Новые постройки. Постройте лабораторию артефактов. Ага, сейчас посмотрим, что это будет. Зайти, да? Так, лаборатория артефактов. Добро пожаловать. Здесь вы можете затачивать, говорят нам. Так, что теперь хотят построить? Да пока ничего. Это у нас гардероб. А зачем он нам? А может быть здесь как раз шмотки-то одеваются? А ну-ка проверим. Опять очередные подсказки. Так. А, оу. Смотри. Смотри, смотри, смотри внимательно. Мы с тобой можем. Что мы с тобой можем? Мы можем то ли улучшать их. То ли это у них новые скины. Давай допустим, что это новые скины. Что вот здесь у нас такое? Это у нас шахта по добыче минералов. Золотая шахта, короче, да? Как сделать прокачку? Чего? Нам построить нужно королевство? Улучшить наш замок, что ли? Так, ну понятно, тут мы с тобой получили монетки. Ага, соберите 300 трофеев. Только после этого у нас получится улучшение, да? Я понял. А это, ребята, у нас сбор кубков, судя по всему, будет. То есть мы с тобой... Наша коллекция кубков, судя по всему. Ну, трофеев, скажем так. Да, вон, видишь, чувак радостно стоит с трофеями. А этого медалика у меня нету. Баф медалей. А это у нас закрыто. Так, пролистать, промотать я никуда не могу. Так, это, видимо... О! Это, друзья мои, вор. Героическая, это героик. Все, ребята, я понял. Теперь, где там написано, вон, видишь, героический персонаж. То есть тут не мифический и легендарный, и эпический. Тут вот так вот обозначается. Ладно, давай мы его, наверное, сейчас качнем чутка. Качнем чутка. Смотрим, что он делает. Чуф. Ну ничего себе. То есть ты его запустил, как говорится, в бой. И он там начинает кружиться и вертеться, видишь? Чум-чум-чум-чум. Ты такой безостановочный малый. Куда тебя взять-то? Я даже не знаю, куда тебя поменять-то, без кого. Нет, будьте добры, я хочу его взять. Использовать вместо кого? Вместо бомбера? Или вместо приста? Вместо приста. Вот так вот мы с тобой сделаем. Погнали. Ага, ага. Кактусы третьего уровня. Так, подожди, у меня третьего уровня, а мы с тобой, ну, в принципе, должны справиться. Мы должны с тобой справиться здесь. Мы обязаны просто-напросто их вольнуть тут всех. Всяких големов там, шмигемов. А? Вот у нас энергия, за которую мы с тобой можем... Эй, погоди. Пубух. Давай вот так мы его сейчас прожучим. Тыдич. Красавчик. Так, а ты что там, это... Почему она... А, у каждого есть героя, ребят, свой срок жизни, так скажем, да? На поле боя, вот о чем я хотел сказать. А вот как раз... Сейчас запустим, полетит. Да, так и есть, ребят, смотри, неугомонный воришка. Так, я не понял, что ты здесь делаешь? Скелетон. Валим, валим, валим скелет, ребят. Нифига, немножко по нам все-таки
А это уже еще что? Все, ну этот малый мальчик, он даже сам по себе, когда просто врезается, дает жару, да? Причем не кисло. Идеальная победа, перфект виктори. Мои все бойцы тут сразу подрастают. Я так понимаю, это кубки... Это знаешь, что мне напоминает? Как в «Черепашках-ниндзя-легенды». Помнишь, да? Мы с тобой берем всех персонажей, и каждый персонаж в копилку нам вносит определенное количество кубков. Соответственно, из суммы этих кубков мы с тобой повышаемся по рангу. Здесь та же самая схема. Один в один. То есть наши персонажи, кто-то больше приносит, кто-то меньше. Ну, я так понимаю, что это все зависит от того, кто сколько нанес урона. Если этот мальчик малой звездярить будет здоров, то он и получает 140 кубков, так же как и чумной. А этот бомбер у него за счет массовой атаки. То есть, ну, все логично. Так, монетки, прист. Прист решил прокачаться. Но я думаю, что пока не будем качать его. Возможно, если будут здесь боссы, как я уже ранее говорил, если будут здесь боссы. Так, слушай, 30 карточек, они меня подкупают, ребята. Блин, я просто вот боюсь, если сейчас посмотришь рекламу, и она потом будет навязываться. Или не будет. Давай глянем, фиг с ним. И я тебе скажу даже больше. Я нажал на просмотр рекламы, у меня просто игра вылетела и все. Вот я заново зашел. Так что не буду я ничего там смотреть. Никаких реклам, обойдусь без них. Ладно, приз, ты уговорил меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, не надо. У нас с тобой всего лишь-то 181 монетка осталась. Какой там... Прокачка. Обойдемся без прокачки. Так, третий уровень. А что означает вот этот вот красный их цвет? Маленький смайл. АУЕ атаку имеет. Ничего себе. Так, а это у нас кто? А, Анубис. Я все думал, как тебя звать-то? Действительно, это, ребята, Анубис. А это... Кактус Сэвидж. Вот против Кактус Сэвидж нам нужен вот этот Сэвидж Вариор. Он любитель, да? Бомбить всех. Так что поехали. Так, чумной. Поехали. Все тут им заплоди. И сразу же мы сделаем вот так вот. Хоба! Но-но-но-но-но-но-но. Хорош. А ну, без тут всякие. О, воришка что на... Он и своих, и других валит. Пу-бух! Так, они окружили танцовщицу, уничтожили ее. Тихо-тихо-тихо, малой-малой-малой, кактус в тебя бомбит, что ты там спишь? Бросай свой бумеранг, естественно, ты должен бросать. Я сейчас еще чумного одного запущу, вот. Так вот. Все, мы подкрались, друзья мои, к порталу. Танцовщица, завлекай их. Ага, они сразу, видишь, влюбились, побежали. Они ее не атакуют, ребята, они просто стоят возле нее и балдеют. А в этот момент выходит воришка. Выходит, блин. На. Да мы сейчас запинаем этот портал. Правда, на моего пацана там наезжает, но он выдержал. Эй! Чумнуха. Вылетай. Хорошо, он там, конечно, сейчас от стенки до этой, до портала. Сыграл замечательно, ребята. Ну вот, видишь, да? Доходы. Доходы нашего населения. Так, мы получили пак. 201 монетка у нас. Так, лучник выпал в коем-то веке. А вот, наверное, из-за этого ребята и реклама не даются, потому что ее здесь захочешь, не получишь. Так, тут награда у нас. Открываем. Обычный пак, как ты понимаешь. Но я так понимаю, что из обычного пака тоже можно выудить. Видишь, хорошую карту. Танцовщица, которая может, естественно, прокачаться. И я это, пожалуй, сделаю. Level up. Это, ребята, раритетная карта. Вот как у них здесь. Раритетная, не легендарная, а раритетная. Но легендарные карты здесь тоже должны быть, поверь мне. Потому что мы с тобой видели, да? Вот, наверное, вот это вот. Во! Есть, ребята, есть легендарные карты все-таки здесь. То есть раритет. Так, а кто, интересно, у них по... как тебе объяснить-то? По этой... По рангу. Героик. Это...
Блин. Раритетка, по идее, да? Вначале идет героик, потом раритетка, потом идет легендарка. Вот так, скорее всего. То есть, получается, эти ребятульки будут посильнее, чем фиол. Если я не прав, ребят, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Так, а что у нас тут еще-то, я не понял. А, 150 монеточек заработали. Все. То есть Best, сезон 14. New Item. Что именно? Что за New Item? Ага. То есть можно за гемы, ребята, что-то приобретать. Можно за монеты приобретать. Подожди-ка. Это взято, это взято. Это что? Я... Так, это я трачу? Это я трачу. Понял, это ежедневки. Ежедневные карты. Ух, за 500 монет можно взять 10 раритеток. Не кисло. Очень кисло. Так, еще и про замок наш не надо забывать. Так, максимальное количество. Что нам нужно? Что он там пишет? Приходи спустя час? А, через час, что ли? Прошло 11 минут только. Тогда вот с... Да что ты? Тогда вот с этим надо как-то разобраться. Ага. Щит. Дальше идет. Костен... Ну, шипастый кулак. Ну, кастет, грубо говоря, да? Это... Ну, я возьму, например. Заточить 200 монет стоит. На следующий уровень. Теперь я хотел проверить. Вот я купил этот кулак. И, по идее, сейчас я должен этот кулак, например, воткнуть. Хм. Может быть, кулак нужен не этому персонажу, а, например, вот сюда. Да что ж ты будешь делать, а? Блин, а куда же я тогда... Этот артефакт, он просто, что ли, находится у нас в коллекции? Я думал, что можно его воткнуть. Но, судя по всему, наверное, нет. Может быть, я чего-то не догоняю или неправильно делаю. Ладно. Ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим ознакомление с этой игрой. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!